почувствовать себя, свои ощущения и свое тело. Продолжая дышать, сразу пробегаем все ощущения по своему телу. Где чувствуете напряжение? Что хочется расслабить из ума? Чувствуем, ощущаем, расслабляем все тело и наслаждаемся своими ощущениями спокойствия и легкости. Сразу почувствуйте свои мысли. Представьте, как будто вы их отключаете, как будто просто собираете их в коробочку и выставляете мысленно это за дверь. После обязательно к этому вернемся. И пообещайте себе во время занятия не торопиться, ощущать свое тело, слышать, о чем оно вам говорит, и с удовольствием провести время. Делая глубокий вдох, расслабленный выдох, ладони положили на бедра и медленно круговые движения головы. Медленно перекатываем голову по кругу. Губки расслаблены. И также в обратном направлении. Снова макушечка в небо. Подышали. Подбородочек вправо, влево. Не до самого максимума. Шею не напрягаем сильно. Чуть-чуть увели в сторону. И снова возвращаем. Губки расслаблены. Поясничку проверили. Вперед таз не толкаем. И подбородочек просто опустили вниз, повесили. При этом ручки за спиной. Лопаточки сводим. Замочек поднимаем 45 градусов. А подбородок просто... Голова вниз повесилась у нас. Ладно, с отсутствием мыслей. И ручки вперед, также в замочек. И скругляемся теперь уже лопаточками назад, именно в грудном отделе скругляемся. Отлично, молодцы. Теперь мы с вами поднимаемся, встаем. Вытягиваем. Встали. Доброе утро всем, кто присоединяется. Лобковую кость на себя. Копчик направили вниз, плечики расправили. Ягодички сильные, прямо зажали, коленочки подтянули вверх. И в этом положении мы с вами поднимаемся вверх на полупальц. Делаем вдох, опускаемся вниз. Ручки расслаблены, висят, не напрягаем. Тело единое в мире. И продолжаем. Последний раз вы поднимаемся вверх и попробуйте чуть присесть, коленочки чуть согнуть, остаемся также на полупальцах и держим. Ручки расслаблены. Опускаемся. Ножки встряхнули, все, что хочется. Подвигли напряжение, скинули. Левое поднимаем вверх. Поднимаем на максимум корпус вниз, не притягиваем к бедру. То есть корпус у нас прямой и натягиваем к бедру. Опускаем. И так по очереди. В каждой конечной точке чуть задержали. Поднимаем. На секундочку задержались. Опустили. Здесь тоже на секундочку задержались. И продолжаем. Спиночка прямая. Плечики расправлены. Наклоняемся в правую сторону, левая ручка через сторону. Но таз чуть выдаем вперед, ягодички зажимаем сильные и вытягиваемся в сторону. Опускаем вперед, ладони на середине бедра и вытягиваемся. Спиночку прямая, макушечку тянемся в одну сторону, копчиком в другую. И как будто растягиваем позвоночник, держим. Шея продолжение спины проверили. Не запрокидываем назад, плечи расслаблены.
плечики подвигали назад. Ножки встряхнули. Тело расслабили. Отлично. Ножки поставили чуть пошире. Носим на правую, на левую сторону. Колечко сгибаем. Корпус наклоняем вперед. Как будто хотим как раз грудную клеточку положить. Что с самого утра, когда мы с вами занимаемся нашей легкой йогой, мы сразу пробуждаем тело, получаем кровообращение, мы чувствуем энергию, бодрость. Это очень нужно нашему организму. Ну и это, конечно же, долголетие, молодость, стимулирует метаболизм, а это означает, что эгегей, лишние килограммы активненько будут уходить и не прилипать. Правая стопа остается параллельно короткому краю коврика. Левый мы с вами выравниваем вперед, пальчики смотрят вперед, и мы с вами опускаемся. Здесь у нас важно отстроить себя, чтобы пяточка была под коленом. Острого угла не было. И мы с вами левое предплечье на левое бедро, правую ручку вытягиваем. Держим. Проверили, чтобы правая ручка была не перед вами, а плечи над ухом. Поднимаем, опускаемся вниз. Колено. Пяточка под колено. Правое предплечье на правое бедро. Левую руку вытягиваем. Тянемся, тянемся. Стопы параллельно друг другу. Обнимаем себя за локти. И теперь повисли вниз. Макушечку направили в коврик. Шею расслабили, повисли, держим. И отсюда пальчики поставили. Вперед немного отшагнули. И вытягиваемся вверх. В то же время макушечкой тянемся в одну сторону, копчиком в другую. Спиночку стараемся ровно держать, прогнуться и немного покачаться вперед-назад. Приподнимаемся вверх, стопами подшагиваем друг к другу. Ножки встряхнули, подвигались, все подвигали, все, что могли, молодцы. Опускаемся с вами на коврик, углубляемся лопаточками вверх, вытягиваемся выше. Кошечка. Вниз раскрываемся, именно грудным отделом вниз устремляем. Это вдох. Вверх, выдох, вниз, вдох. И продолжаем. Проверьте, что именно в грудном отделе у вас движение, прогибчики. Ни поясничку мы не включаем интенсивно.
грязи, плачу перед ней. И еще разочек поднимаю максимально вверх замочек. Поднимаемся вверх. Молодцы. Назад, полукруг плечик. И встаем, снова вытягиваемся. Встали. Плечиками подвигали. Все, встряхнули, прям почувствуйте. Все напряжение. Не просто, которые сейчас я с правильным окошечком небо, дышим с удовольствием, с любовью, с биением. Вытягиваемся еще выше вверх, как будто бы от стоп прорастаем. Переходим к комплексу тибетских монахов. 5 упражнений по 5 повторений. Представьте это желание. Первое, что приходит на ум. Желание, которое улучшит ваше душевное состояние. Порадовать себя как личность. Помним, загадываем о себе. Представьте, как будто бы это желание сбылось. И ближайшие 5 упражнений по 5 повторений как раз-таки разгонят всю энергию на то, чтобы быстрее из желаемого осуществилось. Ручки в сторону. Ладони смотрят на фоли. Грудную клеточку дальше расправили. И вправо по часовой стрелке. Представляем загадочное желание. Пять вращений. Опустили. Снова стопы вместе. Вытягиваемся. Если голова закружилась, то поруби чуть-чуть к себе. Представляем желание, исполненное, естественно. Второе упражнение. Ложимся на коврик. Опускаемся полностью. Ладони на коврик, ручки вдоль тела. Лежа, это выдох. Приподнимаем прямые ножки, отрываем голову. Это вдох. Внизу выдох. Вверху вдох. 5 раз. Придерживаем себя за бедро, перекатываемся, встаем, ножки поставили крест-накрест, вытягиваемся. Вы просили йогу, делаю для вас. Снова стопы вместе. Смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь. Почувствуйте все тело, расслабьте все, что чувствуете где-то напряжение. Все внимание туда, в эти участки, добавляем расслабление. Третье упражнение. Опускаемся на колени. Коленчики на ширине таза, ладони на ягодицы, попой руки не сверху. Чуть толкаем таз вперед, нагибаемся назад и вдох. Вниз выдох, назад вдох. 5 раз. Снова вытянулись, стопы вместе, сразу сканируем свое тело, расслабляем таз, поясницу, выдыхаем, полностью все напряжение в теле освобождаем. Йога помогает слышать себя, чувствовать, слышать знаки нашего внимания. Свои истинные желания. Поэтому занимаясь каждый день легко, начинаете ощущать, чувствовать, что все отвержены двигаться. Толкаем таз в небо, смотрим в небо, это вдох. Внизу выдох. Не торопимся.
в своем темпе, слушая свое тело. К нам, вы не пожалеете. Ставьте лайки, пишите комментарии.
Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.